Остался последний месяц самого холодного времени года. Проводят зиму и встретят весну берчане 26 февраля. В этот день в городе состоятся массовые гуляния. Масленица – любимый народный праздник в России. Праздник языческий, но сохранившийся после принятия христианства. Он предшествует Великому посту. Главный символ масленицы – это, конечно же, блины. Масленичная неделя, которая бывает накануне Великого поста. Она подразумевает, как уже в народе говорят, нужно сходить на блины к теще, к свекровке, к золовке, посетить, чайку попить, блинов поесть. И самое главное не забыть – прощения попросить. Потому что заканчивается масленица прощенного воскресенья. Это самый главный смысл масленицы – это чтобы мы переход такой, скажем, от мясоеда к посту. Вот такой, скажем, плавный, когда не кушается мясо, но кушается рыба, сыр, яйца и все прочее. Вот на блины с маслом ходят люди в гости. Самое главное, чтобы прощения попросить. На Масленицу в Бердске организовывают массовые гуляния с традиционными забавами – хороводом, перетягиванием канатов, покорением ледяного столба и сжиганием чучела. Правда, последние годы от этих мероприятий в городе отказывались. В этом году празднику с размахом быть. Все традиционные такие события, они связаны с Масленицей, они будут у нас в городе. И мы планируем вместе с администрацией привести такие, как, скажем, забавы молодецкие. Взять снежного городка. И момент такой очень важный. Стенка на стенку. Такие моменты, когда мы плечом к плечу встаем рядышком, одна стенка с другой, как бы друг друга поддерживая, помогая. Не один сам за себя, а вот вместе всем встать. И если мы все вместе сплотимся, то сможем победить. Широкая масленица в Бердске пройдет 26 февраля. Празднование на площади Горького стартует в 11 часов, в микрорайоне – в 12 часов. Взятие Снежной крепости в этом году перенесли на площадь Горького. Здесь же будут ряды с блинами и другими угощениями, выступления коллективов и сжигание чучела.